Администрация Октябрьского района в своем телеграм-канале публикует результаты конкурса «Цветущий Октябрьский район 2024». В нем представлены 4 номинации: «Цветущий балкон», «Лучшая клумба-цветник», «Лучший цветущий двор», «Лучший цветочный арт-объект». По мнению организаторов, такой конкурс способен вдохновить еще больше жителей преображать свои дворы и создавать атмосферу уюта и красоты вокруг. Администрация Ленинского района в своем телеграм-канале напоминает жителям о сроках регистрации на Всероссийский день бега кросс-нации. Спортивное мероприятие пройдет 21 сентября на базе спортивной школы «Чайка» в поселке Управленческий. Участником соревнований может стать любой желающий, прошедший медосмотр и получивший допуск врача. Подать заявку на участие можно в личном кабинете через портал госуслуги до 19 сентября. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки городской администрации напоминает читателям, что осталась неделя до окончания приема заявок для участия в конкурсе на получение премии главы городского округа Самара «Мир равных возможностей». К участию приглашаются лица с ограниченными возможностями здоровья, достигшие 18 лет и зарегистрированные на территории Самары. Премии вручаются в номинациях «Общественная деятельность», «Литература и искусство», «Образование и наука», «Предпринимательская, производственная и научно-рационализаторская деятельность», «Техническое и декоративно-прикладное творчество», «Физическая культура и спорт». Заявки принимаются до 20 сентября по адресу: город Самара, улица Некрасовская, дом 63, третий этаж, 19 кабинет.